горы, вот они и со снежными вершинами, как на ладони. Здесь прохладно, свежо, под нами обрыв и неимоверная красота. Слева горы, скалы. Я не знаю, будет ли вам слышно что-то из-за ветра, но за мной сейчас Тянь-Шань, и мы ползем вверх на перевал. Вся наша компания из 5 автомобилей, 3 УАЗа и 2 Солерса, наш автопробег, двигаемся в сторону Узбекистана, и за мной вы видите прекрасные виды. Тянь-Шань, друзья, Киргизия! Ничего, не передашь никакой камерой. Круто. Мега круто.
Похоже, мы перевалили через последний перевал. А, друзья, вот я еду на Кумтрансе, на Сулерсе Атлант, и вот сейчас говорю коллегам, что просто я зауважал этот автомобиль. Да, там есть косяки эргономики, косяки сборки, но как он едет. И подвеска отрабатывает, и двигатель отрабатывает, учитывая, что просто и наваливаем здесь на серпантинах, и обгоняем, и съезжаем даже на такой лайтовый оффроуд. Ну, блин, Атлант молодец. Сейчас прям была такая минутка рекламы, но на самом деле просто честный отзыв. И мы практически опустились в долину. Еще вот там какой-то кусочек сейчас пройдем. И мы почти на границе Узбекистана.